каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Более 32 миллионов рублей в рамках государственного заказа направит правительство Тувы на организацию в 2018 году концертных программ ведущих артистов и творческих коллективов для жителей республики. Глава Тувы обсудил задачи Министерства культуры на предстоящий год с участием руководителей коллективов, занимающихся концертной деятельностью. В частности, свой отчет по выполнению госзаказа за прошлый год и планы на новый сезон представил премьеру Тувинский национальный оркестр. По информации руководителя оркестра, за минувший год количество мероприятий, которые провел коллектив, увеличилось на 20%. На выступлениях побывало более 20 тысяч зрителей, причем треть из них составляет молодежь, что свидетельствует о росте интереса к классической и национальной музыке. Кроме того, зрителей удалось привлечь за счет продаж абонементов, дающих возможность любителям музыки посещать серию выступлений, а также значительное обновление концертной программы оркестра. В ходе встречи было принято решение увеличить долю выездных выступлений артистов в структуре государственного заказа на концертные программы. 24 марта во всем мире пройдет экологическая акция «Час Земли», символизирующая бережное отношение к природе. В Кызыле в этот день в 8:30 вечера под обратный отсчет участников выключат подсветку практически во всех государственных учреждениях. По словам организаторов акции, подобные мероприятия в век глобализации нужны и важны, особенно для молодежи, чтобы они не забывали, что природа нуждается в нашей защите. Стоит отметить, что впервые «Час Земли» прошел в Австралии в 2007 году. Международная акция стала годом позже. Уважаемые земляки, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тува призывает всех жителей нашей республики присоединиться к проведению глобальной ежегодной международной акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы ВВФ, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. «Час Земли» – это очень важная международная акция, которая обращает внимание на проблемы окружающей среды. В 2018 году она состоится 24 марта с 8:30 до 9:30 вечера. В минувшие дни личный состав поисково-спасательного отдела службы ГУЧС Тувы провел тренировочные подледные водолазные спуски. Традиционно спасатели в рамках плановых работ выезжают на территорию озера Чагатай. И этот год не стал исключением. По их словам, самым сложным является подготовка проруби. Он не должен быть не меньше 2 метров, так как в воду одновременно могут спускаться по 2 водолаза. Как отмечают спасатели, подобные тренировки нужны для совершенствования навыков и подкрепления знаний на практике. Общий анализ тренировочного выезда показал, что личный состав готов к спускам под воду в зимнее время года. Включает в себя комплекс мероприятий. Допустим, даже подготовка к выезду, это значит подготовка инструментов, такелажных, специальных, водолазных, снаряжений, индивидуальных, групповых также. Вот. И выезд, и подбор места. Мы в озере Чагатай выбрали местечко с глубиной 10 метров, подготовили прорубь там 2 на 3 метра, поставили палатку для обогрева водолазов. И наши водолазы отработали по часу тренировочные спуски. Сотрудники службы ГУЧС Тувы напоминают жителям республики, что с потеплением кажущаяся прочность прибрежного льда обманчива. Чтобы не пополнить печальную статистику, спасатели призывают на реках и озерах быть бдительнее. В первую очередь это касается любителей подледной рыбалки. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий, передает российская газета. Индексация производится ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В 2017 году он составил 8315 рублей, что на 2,9% выше, чем годом ранее. Новый средний размер социальной пенсии составит 9062 рубля. Одновременно повышаются пенсии отдельным категориям граждан. Это военнослужащие,
военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие категории. Увеличатся другие выплаты, размер которых зависит от социальных пенсий. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 84 копейки, евро 70 рублей 31 копейка. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. В Туве выписано более 5000 электронных листков нетрудоспособности. На сегодняшний день большинство лечебных учреждений республики выписывают листки нетрудоспособности в электронном виде. В лидерах по оформлению электронных больничных – городская поликлиника города Кызыла, республиканская больница номер 1, перинатальный центр, Барунхимческий, Улухемский межрайонные медицинские центры, Кызылская центральная районная больница. Так, врачи Кызылской ЦКБ начали оформлять электронные листки с января этого года. Из-за неполных 2 месяца вышел в лидеры по количеству выписанных электронных больничных. Именно в этом лечебном учреждении был выписан 5000-й электронный листок нетрудоспособности. Оформление больничных листков в электронной форме имеет ряд преимуществ. Формируются цифровые базы данных о пациентах. Организациям уже не надо отправлять друг другу информацию на бумажных носителях. Электронный больничный проще заполнять как врачу, так и бухгалтеру. Есть преимущества и для работников. В личном кабинете на сайте Фонда социального страхования России можно отслеживать правильность начисления пособий. В преддверии празднования Дня образования войск Национальной гвардии России сотрудники Тувинского ОМОНа организовали экскурсию для школьников. В гости к отряду пришли учащиеся 6 класса 3-й школы Кызыла. Школьникам рассказали историю создания ОМОНа и об особенностях задач, стоящих перед их подразделением. В ходе экскурсии ребятам удалось побывать внутри каждой специальной техники. Приятно, что ребятам понравилось у нас. Я считаю, что такого рода встречи должны быть традиционными, так как это отражается на патриотическом воспитании, кругозоре, и даже в будущем это может помочь ученикам определиться с выбором будущей профессии. Следующим этапом стало знакомство с образцами современных видов оружия. Многим школьникам удалось примерить на себе настоящую экипировку спецназовца, бронежилет и защитный шлем. Тувинский государственный университет впервые в своей истории получил собственный символ, официально защищенный от копирования по закону Российской Федерации. С момента получения свидетельства на товарный знак этот символ является собственностью вуза. Разработка патента началась в конце 2011 года творческой группой дизайнеров. Основная идея символа заключается в самой природе Сибири. На знаке изображен росток кедра, который символизирует юность, начало жизни, сохранение природы и экологии. В этом знаке олицетворяются молодость вуза и пламенное стремление к знаниям. Также в изображении можно увидеть очертания национальных узоров и элементы юрты кочевников. В стенах Тувинского государственного театра кукол развернулась большая выставка-конкурс «Среда кукол», которая собрала вместе 40 мастеров. Площадка поразила множеством и разновидностью экспонатов. Ни одна работа не была похожа на другую. Каждая без слов передавала характер мастера, тонкость исполнения и оригинальный подход. Гран-при выставки конкурса «Среда кукол» единогласным мнением жюри завоевал Анатолий Хертек, бутафор-художник Тувинского театра кукол. Я решил участвовать в этом конкурсе спонтанно. Куклы, вырезанные из дерева, у меня изначально были. А вообще резко из дерева начал увлекаться после дипломной работы в училище искусств. Тогда я сделал первую свою работу из дерева – Тувинский национальный стол и орнамент. Как признался Анатолий Хертек, на изготовление одной куклы для спектакля уходит не меньше недели. Делает их он по технике папье-маше. Сначала знакомится со сценарием, дальше уже начинается лепка лица из пластилина, далее на подготовленный слепок накладывается множество слоев бумаг, подпитанных клеем ПВА.
Сложнее всего в этой работе выразить характер куклы. Где-то нужно сделать скромную красавицу, а иногда даже и злодеев. Бывает так, что нужно выразить на лице складки морщины, подчеркнув этим прожитые годы. Порой даже жизненную мудрость этих кукол-актеров. Изготовлением кукол мастер занимается вот уже на протяжении 4 лет. Его собственноручно сделанные актеры участвовали в 20 спектаклях. Спонсор выпуска погоды – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. В Кызыле перемена облачность, ночью мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью -2, -4 градуса, днем +6, +8. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам.